Дамы и господа, настал час главного события. Вы готовы встретить новую легенду? Дамы и господа, перед вами боец номер один всей планеты! Добивай его! Единственный и неповторимый Рисы Гиба! Вован! Да! У меня есть для вас неплохое предложение. Его поклонники заслуживают чего-то необыкновенного при шестой защите титула. Ну, выкладывай свою идею. Рэнди Стоун. Он ведь рестлер? Я пройду и вышку всю территорию элитного рестлинга, ломая каждую шею, пока в живых не останусь лишь я один! В октагоне, и на ринге, и в любом месте исход непредсказуем. Вы хотите сказать, что допускаете встречу рестлера и чемпиона ММА? Перфекционисты с ума сойдут. Ты думаешь, я тебе не конкурент? Прояви уважение. Эй! Я измолочу этого парня, он на волосок от смерти. Я самый крепкий в мире мужик, и пусть оспорит это. Это ты там? Это твое лицо? Рис, ты не видишь, что Макс тебя бросает в стаю волков? Я его не боюсь. А если мы проиграем? Вера в него пошатнулась, да? Кто управляет этой компанией? Ты или Рэнди Стоун? Где твои яйца? Ты уверен, что тебе не нужно это? Я всем пожертвовала, потому что верю в тебя, Рис. Я и без яиц неплохо справляюсь, Реджи. Октагон. Боец против рестлера. А это не игра. Рэнди, хватит. Это не постановка, как там, где вы привыкли выступать.